Ну что ж, снова всем привет. Продолжим играть в китайского ассасина. Посмотрим, что у нас тут дальше интересного будет. Так, надо продолжить. Ну, и что у нас за новая история? Так, а Порт Макао. Стоп, а где заставка? Мне интересно, где заставка? Она же вроде бы должна быть. Можно как-нибудь продолжить с контрольной точки. А сначала... Как-то можно начать? Ой, ладно. Хер его пойми, куда заставка делась. Ладно. Поехали. Так, что у нас? Проберитесь на палубу португальского судна. И чё? И чё там ещё? И чё-то там три штуки собрать. Тут недавно меня, кстати, упрекнули в том, что я неправильно играю. Ну, типа, нужно всё проходить идеально, нужен челлендж, нужно там никого не убив, там тыры-пыры. Народ. Я играю так, как мне нравится, во-первых, а во-вторых, я хочу получить удовольствие, я не хочу задрачиваться, не знаю, там, делать адский челлендж для себя, чтобы там все чуть ли не на 100% идеально было пройдено. Я хочу получить тупо удовольствие от игры. Я получаю, не задрачиваюсь. Задрачиваться — это уже немного другая область, получается, это не совсем уж так всегда весело. Это когда с кем-то посоревноваться, да, не против. Я тогда могу и задрочиться, и всю игру на золото пройти. Но для себя только нужно проходить, чтобы было удовольствие. Ну, хотя для некоторых, может, задрачиваться это и есть удовольствие. Ладно, каждому свое. А нам нужно... Я вот не понял, что это за отметины? Ну, явно через эти отметины... А, то есть здесь мусор, наверное, этот разбросан и нас слышат. Возможно, возможно. Итак. Так. У нас тут кто-нибудь... Да, слезь, давай вниз. Кто-нибудь ходит? Нет. Опа. А это было зря. Понятно. Хотя, может быть, не из-за того, что здесь мусор, а из-за того, что пол деревянный. И шаги наши хорошо здесь слышны. Не знаю. Так, нам нужно что-то собрать. Здесь ничего полезного. Угу. Ай-яй-яй, чуть не попался. Так, ты никого здесь не видишь, давай, уходи. Блин. Что тебе здесь надо? Вот так вот. По-тихому, никого не трогая. Мы докуда-то дошли. Серебро. О, как оно. Так, так, так. Здесь у нас что? А, понятно. Все с вами понятно. Ну, мы тебя тоже трогать не будем. Ты тут не обязательно. Нам будешь мешать. Хотя...
Хер его знает. Может, назад придется возвращаться. Так, убейте 3 осведомителей тамплиеров. Понятно. Так, а тебя убивать надо? Или можно... Наверное, можно не убивая. Ух. О, как это тут круто. Блин, я даже не заметил ЛТА. А зачем? Здесь мне сейчас не надо. Блин, все-таки шикарная игра. Давай, давай, давай быстрее вниз. О, нет, 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 наверх, наверх, наверх. Так, вниз. Покуда... Все очень шикарно. Мне это даже нравится. Даже как-то довольно просто. Ну, так. Снизу у нас никто не ходит? Никто. А здесь у нас что-то есть интересное. Так, это что такое? Анимус этот. Понятно, понятно. Так. А здесь... Ну, снизу пополнение запасов, но не надо. Так. Ты у нас тупо стоишь. И как бы тебя тут так отвлечь? Давай попробуем звуковым дротиком. I need to get his attention elsewhere. 我好像听到什么声音呢? Да, в глупую ситуацию я попал. Его придется прикончить. Ну, раз надо, значит надо. Такая у него судьба. Быть мною приконченным. О, а там вижу плюшки. Так. Прыжок. Не видишь, не видишь. И не увидишь.
Оп. Давай, лезь быстрее, 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 быстрее. О, замечательно. Так. Нам вообще куда? Здесь две чего-то есть. Здесь есть. Так, здесь пополнение запасов. Можно будет пополнить. Так, выключай. Так, с тобой что можно сделать, дружище? К сожалению, тебя только убить. Вот так. О, тут же ж можно... Блин, я идиот. Я мог в сено спрятаться. Я его не заметил. Ну, блин, хер с тобой. Мы тебя в сено запрячем. Так, ты забираться будешь? Вот, молодец. Так, давай быстрее бери. Хоп. А что, если мы залезем наверх? А, понятно. Там этот прыжок. Он нафиг нам не нужен покуда. А здесь... Здесь нужно на самый верх. Жаль, я думал, отсюда можно прыгнуть. Но, видимо, нельзя. Блин! Вот не вовремя. Я идиот. Что с тобой будем делать? Я знаю. Блин. Я бы вообще бы всех перебил. Было бы намного интереснее для меня всех перебить. Так, там внизу что-то есть. Нам, в принципе, сюда. А это как? Ну, мы тут будем реализовывать все. Хотя нет, тут все легко. Только отвернется, сразу вниз нужно. Не видел ты никого здесь. Опа. Так. Здесь можно по этой фигне. Опа. Ну, как-то так. Доберитесь до подъемного моста и опять же убейте трех осведомителей тамплиеров. Хорошо. Будет сделано. А это мне куда добраться? А, сюда. Так. Да. Охрененно большой уровень.
Так, ну у нас боезапасы полные, так что не нужно ничего. А, так, я где? Я здесь. Здесь есть что-то интересное. Угу. А к тебе как добраться? Так, не так. Так, спрыгивай. Оп. А с тобой мы подеремся. Вот как-то так. Чемодан можно открыть? Нельзя. Не открывающийся у нас чемодан. Ух. А ё-моё, я думал, она плавать умеет. Блин. Как это ассасин не умеет плавать? Позор какой-то. Ой, я идиот. Так, стоп. Тут можно перепрыгнуть, по-моему. Да. Ух. Блин. Я-то думал, что она по запору этому пробежит. Да, ну вот как все оказывается. Сложно как все. А нахрена мне эта лодка? Я тут могу по шестам пробежать. Нужно посмотреть, что там есть такого. Хотя, ладно, давай. Нет, нет, назад. Пополнить боезапасы. Теперь можно. Оп. Так, ага, ради только этой фигни. Так, целься. Оп. Угу. И внизу есть тот, кого можно прикончить. Новое давление чего? Ага, серия ударов, понятно. Ну, я в принципе о таком догадывался, что может быть. Use a standard attack against the enemy with a shield. Try again. Enemies with shields will repel standard attacks. Use a heavy attack to degrade the enemy's defenses. Ну, это понятно. Keep going and destroy his shield. Good. Keep going. Excellent. Now finish the job and kill him. Ну, нападай. Remember, you can also roll over an enemy to bypass his defenses. Так, понятно. Так, я хочу плюшки получить. Птичка, ага. Так, сюда, сюда, сюда и сюда. Ну, относительно несложно. Можно даже попытаться никого не убивать. Да, и никуда не уходили. Опа. Хера ты туда смотришь? Опять ждать. А, не.
Не пришлось ждать, это хорошо. Давай, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Нет. Я лучше подожду. Ох, замечательно. Да, ты двигаться будешь? Или она не может? А. Можно по шестам. А почему бы и нет? Фак. И не понял. Так, думаю, они меня... Блин. Давай, давай, давай. Мы это сделали. Так, понятно. Да, твою ж налево. Все, никого нету. Хватит. Блин, они здесь так ходят еще. Хотя... Нормально, тот же до конца не доходит. Давай, 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 давай. Так, замечательно. Никто никого не заметил. Угу, понятно, не пройти. Так. Как же я здесь спрячусь? Они так еще ходят, блин, интересно. Если я спущусь, то я не успею уйти, он сразу разворачивается. Не. Нужно мочить их. Давай. Опа. Фак. Ох. Не туда нажал. Бывает. Я идиот. Ну. Да заберись ты наверх уже. Вот. Теперь я понял, как тут нужно было. Даже можно было и не прятаться в этой тени, блин. Мост. Что ты тут светишь своим фонариком? Все равно ж не найдешь меня.
再靠近了。Да если я вернусь, вас тут уже в живых не будет. Давай, 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 давай. Я успею, я успею. И я успел. Так, где вообще цель? Ну, я к ней почти подобрался. Так, я здесь, и нам наверх, потом опять наверх, хорошо, а может быть и ничего хорошего. Прячься. Так, ждем. Я опять сморозил. Можно было вообще все по-другому обыграть здесь. Поушам Минлай. Йоу-цы-ка! Сейчас проверим, можно было обыграть по-другому? Нет. Дэйфу не тай тинзон. Ладно, хорошо. Хватит маяться ерундой. Попробуем так, как надо. Хотя, стоп, я ж могу поверху пройти. Могу я вообще поверху пройти? Наверх забраться. Не, вот не могу. Да то здесь могу, так мне это мало что дает. Ладно, будем пробовать что-то делать. Интересно, здесь можно между этими спрятаться ящиками? Если можно, то, блин, это шикарно. А вот если нет, это будет довольно печально все. О! Такой расклад меня устраивает. Так. О, главное успеть наверх забраться. Так, покуда все удается, это мне очень все нравится. Так, у нас здесь что? А, блин, ничего полезного. Так, там еще какие-то у нас плюшки. Надо туда, блин, добраться. Хотя, возможно, все возможно. Сейчас попробуем.
Ой, я сморозил, как я все испортил. Блин, я идиот. Так, нет. Успел. Угу. Вот здесь вообще не сложно будет. Наверное, не сложно. Да. Ничего сложного. Ох, большой уровень тут. Довольно-таки гигантский, можно даже сказать. Так, кто у нас тут шастает? Что у нас внизу? Ничего. А что тогда там? Зачем нам сюда? Ладно. Поступим. Так. Ты меня не видел? Идите вы в жопу. Убегай. Я думал, получится убежать. Так, в этот раз мы не попадемся. Точно. Ух. Пронесло. Так, давай, пошел. Так, ну мне ж тебя все получается все равно нужно будет убить. По-другому-то я тут не пройду. Твою ж налево. Так, хорошо, что здесь вообще есть такое? Идите вы в жопу. Здесь. Ладно, посмотрим. Успею? Давай. Ох. Было стремновато. Опа. Фак. Обманули дурака на 4 кулака. Только нахера, скажите мне, я сюда пришел. Даже не знаю. Ну, давай мы тебя обрежем. Так, это вот так вот и вот так. И для чего это нужно было?
Вообще-то мне не сюда нужно идти. Но я, блин, не могу. Мне так интересно, что здесь вообще находится. Так, это я понял. Давай, блин. Ну, нападай, нападай. Вот так. Да зачем ты прячешься? Мне вообще туда. Я зачем-то пришел сюда. Так, 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 я это не хотел, уходи. Так, что у нас здесь? Здесь то, здесь это. Нет, все-таки вернусь туда. Мне интересно так как-то пропускать все. Пойдем мы все-таки тем путем. Да, серия получится очень длинной. Ну, блин, что ж поделаешь. Так, тут я никак не мог. Извини, дружище, но тебя я прикончу. Больно ты мне мешаешь здесь. Так. Ну уже уходи отсюда, ва. Может тут всех перебить? Даже не знаю. Хочется? Эти два балбеса все стоят и базарят. Так все и пробазарят. Так, а где же здесь был подъем туда? Наверх. А, все, вспомнил. О, оказывается, через них он не видит. А это круто, а я не знал. Блин, это вообще офигенно. Так. Тут у нас... Извиняй, дружище. Блин. Ой. Фак. Не надо, только не надо сюда смотреть. Не надо. Да, все верно, тут никого. А хер с вами. Давай. Вот так, давай теперь ты. То с вами еще цацкаться тут. Так.
Вот так, дружище. Нечего ходить по закоулкам и темным углам. Два идиота опять, которые из-за своего базара ничего не видят. Так, а здесь у нас что? Да никого тут нет. Не надо, не надо так делать. Да зачем же? Ладно. Как-то это все по-странному получилось. Давай, иди сюда. Вот так. Зашибись. Я еще не сдох. Не получилось прорваться. Чё? Это я где? Это я где очутился? Стоп, а чё меня так перекинуло? Ни хрена себе. Ой. Издевательство какое-то. Фигня прямо. Да иди ты нафиг, уже надоели вы. Так, попробуем. Хопа. Так. Напролом вообще не вариант. Я вообще не понимаю, какого хера меня так сюда перебросило. Ой, это вообще какая-то несправедливость. Да, бред какой-то произошел. Да прыгай же ты быстрей. Вот так. И нечего там сидеть. И тебя мы тоже завалим. Блин, не могу. Не могу завалить. О, теперь могу. Если они вернулись, это действительно очень глупо. Не успел, не успел. Да, тут, наверное, многие скажут, можно же было отвлечь, там кинуть то, сделать это. Не хочу. Я хочу по-своему. Ладно, давай. Сейчас,
而你们也要信守承诺，好好保护我的安全。我会照顾你，你也别忘了照我。 Блин. Надеюсь, не перебросит. Пожалуйста, не надо меня перебрасывать. Блин, какого хера? Это что за нахрен? Вот это меня уже начинает раздражать. Там пусто. Так. Абсолютно не понимаю, как это вот это, блин, тупость это происходит. Давай, дохни. То ты меня раздражаешь. Так, с тобой драться не хочу, и тебя, ладно, не будем уж убивать. Лучше оставим тебя в живых. Ну блин, одни неудачи какие-то, это вообще трындец. И сейф какой-то, блин, странный, контрольная точка. Ни хрена не понимаю. Давай, 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 быстрее иди. Давай же вниз, вниз. Фак. 难道不会攻击这座要塞吗? Ух. 要是他们回来了, странный, вниз плохо, блин, лезло. С тобой что-то не то уже. Давай. Сейши保持警戒，而你们也要信守承诺，好好保护我的安全. Вот и как мне здесь нужно справиться. Ладно, по-другому я не знаю, как здесь. Давай, бей. Вот. Хоть с вами я разобрался. Ну и нахрена ты сюда ползешь? Ну, лучше б не ходил. Целее был бы. Фак. Так, если сейчас перебрасывает, все. Нет. Нет. Стоп. А я тут вижу выход один. Какой? Нет. Мы сейчас кое-что попробуем. Стойте! Есть цыка!
Что мне так не везет сегодня? Скандальное обознание, бэш, юплей. Нафиг мне этот юплей ваш нужен. Если вниз пробраться... то можно... Фак. О, они сами себя коцать могут. Вот, 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 что мне нужно было. Мне было интересно посмотреть, куда это ведет. Но все равно это не туда, куда мне нужно. Ладно. Я какой-то сегодня не в меру упорот. Что-то у меня совсем не то происходит. Блин, даже не знаю. Там все так вроде просто. Главное все аккуратно делать. Но нет же ж. Меня тянет на какую-то лабуду. Ладно. На этом закончим тогда сегодня. Надеюсь, просто в следующий раз у меня это будет намного лучше получаться. Так что всем спасибо за просмотр. Ну и всем пока.